Снова ребенок оказался в беде по недосмотру родителей. Это первоначальная версия СК инцидента в Быхове, где маленький мальчик выпал с 5-го этажа. По информации следствия, 4-летний ребенок остался в квартире один, когда мать оставила его спать и пошла в магазин. Мальчик вышел на балкон и по неосторожности упал. Благо, в результате происшествия получил лишь ушибы и ссадины. Сейчас он под присмотром врачей в больнице. Его жизни ничего не угрожает.